Привет, друзья, с вами Колян на связи. Как всегда, я дома с детьми, так что не обращайте внимания, если что, на посторонние звуки, крики, шумы. Да? Вот так вот, друзья, и по просьбам прогнозик на матч Манчестер Юнайтед против Шерифа. Сегодня, 27 числа, в 22:00 состоится эта игра. Манчестер идет на втором месте 9 очков, Шериф идет на третьем месте 3 очка. На Шериф дают, вообще, да, магия цифр. Шериф третье место, Шериф 3 очка, и на Шериф дают 33-й коэффициент на победу. На Манчестер Юнайтед дают 1,1. 5, да? На первом месте идет Реал Сосьедад 12 очков, на последнем месте Амония 0 очков. Да, если Реал Сосьедад сегодня выиграет Амонию, Реал Сосьедад выходит уже с первого места досрочно. Извиняюсь, друзья, но ребенок. Кстати, в последнем туре Шериф играет как раз таки с Амонией. Ну, Шериф, скорее всего, отправится в Лигу Конференций. Но футбол вещь коварная, да, может быть все, но я думаю, что Шериф все-таки отправится в Лигу Конференций. Первый матч между собой... Команды сыграли, и Манчестер победил со счетом 2-0. Ну, вот еще один друг ползет. Кто победит, Манчестер или Шериф? Шериф. Видите, юный друг говорит, победит Шериф. В общем, две мысли у меня на этот матч. Первое, тотал больше 3,5 в матче за коэффициент 2,19. И второе, на угловые. Индивидуальный тотал угловых от Шерифа больше 2,5 за коэффициент 1,8. То, что Шериф подаст 3 угловых матча за коэффициент 1,8. Вот такие две мысли. Свои мысли пишите в комментах, друзья. Подписывайтесь на каналчик. Пока. 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 Пока.